Привет, друзья! Сегодня работал щеткой по металлу, насадочка на болгарку. Изрядно стер щетку, а работу сделал не до конца. Так получилось, что уже вечер, магазины закрыты, тем более выходной день, короткий рабочий день. Вот. Купить нигде не удалось, но работу мне надо было доделать. Посмотрел на щеточку, обнаружил, что внутреннее крепление посажены чуть-чуть ниже, чем внешнее. Что я сделал? Взял обычный отрезной диск 1 мм толщины, посадил его на дремель и прошелся по кругу на данной щетке. Без проблем снял вот такой вот отрезочек и освободил еще немного щетины на этой щетке. Итого у меня получилось, что срезал всего-навсего 7 миллиметров металла со щетки и освободил 5-7 миллиметров щетины. Пойду закончу работу. Вот такая интересная как бы деталька. Лично у меня заняло даже там меньше минуты, чтобы вот таким отрезным диском срезать по кругу вот этот металл. Ничего сложного, зато я смогу закончить то, что начал, ну и немножко сэкономить свои, я надеюсь, и ваши деньги.